В Баку начался суд над еще 13 армянскими террористами. Члены преступных вооруженных формирований незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, совершив взрывы, пожары и другие террористические акты. Из бакинского суда по тяжким преступлениям на связь со студией выходит корреспондент CBC Нигяр Рахманова. Здравствуй, Нигяр. Пожалуйста, вам слово. Расскажите подробнее о ходе заседания. Нигяр. Здравствуйте, Ли. Да, сегодня, 23 июня, завершились подготовительные заседания по делу армянских диверсантов. Проходили они в бакинском суде по тяжким преступлениям. И это был уже четвертый день подряд эти заседания проходили. Подвели итоги, судья зачитал в завершение свою речь, и где объявил, сейчас слова моей коллеги, объявил, что следующее заседание и дела всех этих армянских диверсантов будут переданы в суд, и следующее заседание состоится 1 июля, когда уже начнется вторая стадия чтения и ознакомления и судебный процесс над армянскими диверсантами. Не случайно их называют диверсантами, поскольку именно они 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли границу и находились на территории Азербайджана уже после завершения боевых действий. И это напрямую цель здесь была такими провокационными действиями подорвать стабильность и мирную жизнь и безопасность в стране. Сейчас их делили группами, всего их было тогда 60 человек. Заседания проходили группами из 13-14 человек. Также на суде присутствовал переводчик, который был как посредник между судьей и обвиняемыми. На данный момент у меня столько. Следующее заседание пройдет 1 июля, тоже состоится в бакинском суде по тяжким преступлениям. Будем ждать следующего заседания. Спасибо. На связь со студией выходила Нигяр Рахманова.